Я вот очень люблю самолеты, поверьте мне. Даже более чем свою дивную работу, которую я в действительности почему-то ненавижу. Ну хотя, с другой стороны, эта дивная работа мне сейчас дает возможность с вами общаться. Да-да-да-да, даже когда я работаю на компьютере. Вот. А когда самолеты... Ну, во-первых, я всегда с детства любил, и до сих пор у меня самолет — это идеал в моей жизни. Вот. Вот. Да. И компьютер — это тоже неплохая штука. Потому что если бы не появился компьютерный вариант игры в самолетостроение, было бы сложно. А теперь хоть компьютеры появились, я могу летать. И для меня лучший вариант, вот то, что доктор прописал. Ил-2, штурмовик. Да. Во, нифига себе цены воткнулись. А чё такие ценники были дешевые? Ну ладно, не в том суть события. Ценники были дешевле, чем сейчас. Ну, да шут с ним. Я бы хотел все-таки зарегистрироваться, потому что первую свою Ил-2 я, естественно, купил. Можно было купить везде и всюду, не проблема была. Я ввожу регистрацию. Вот. Здесь. Что можно сделать? Я перезвонил, и мне сказали, делай все на английском языке. Я сейчас просто тупо объясню. В смысле, я просто объясню тем, почему я не могу сюда зайти в природе своей. То бишь, я ввожу свои имена по-английски. Челейкин Алексей. Правильно? Челейкин Алексей. Окей. Я ввожу свой пароль на английском языке. Стоп. Точка. GN. Собака. Так, все нормально? Все правильно. Я ввожу свой же пароль, не покажу. Я тыкаю, что я не робот. И делаю создавание аккаунта. Хорошо, имя пользователя содержит некорректные символы. Можно использовать латинские буквы, цифры, минус, дефис, астерик. Первый символ должен быть буквой или цифрой. Ну договорились, пускай будет единичка. Что, не будем писать, что ли? Почему не будем писать? Сейчас напишем. Хорошо, сделаю дефис. Да что это за безобразие? Окей. Удалю целиком пароль. Один. Еще раз. А, ну вот еще дырочку поставлю такую. Не дырочку, а подчеркивание. Ну, диагональ. Пароль тот же самый. В смысле, адрес тот же самый. автостоп.mgn@gmail.com. Сейчас ввожу пароль свой, который вы не увидите. Еще разочек. Опять тыкаю, что я не робот. Пользовательское соглашение специально проверяю. Опять возвращаюсь на регистрацию. Еще раз политика конфиденциальные. Возвращаюсь на регистрацию. Я все посмотрел, бы не было неплохо. Еще раз, вот теперь я все сделал, чтобы вот было понятно, да? Также ввожу. Еще разочек. Подчеркиванием. Так, опять же возвожу свое имя. Stop.mgn/собака. Также ввожу свой пароль. Вы его опять же не увидите. Опять же тыкаю, что я не робот. Все должно быть ровно. Вот просто как
изумительно должна быть. И там цифры, и везде цифры, все остальное. Создаю аккаунт, и меня куда-то откидывают. Господа мои, я готов вам заплатить деньги за то, что я люблю летать. Почему я не могу это сделать, а? Объясните мне в конце-то концов. Или, может быть, я что-то не прав. Основная страница написана il2shturmovik.ru. Account registrations. Спасибо вам, господа мои, если вы сможете мне ответить на этот вопрос.